Красная звездная дорожка, артисты, приезжающие на лимузинах, куча фото и видеокамер, ну и, конечно же, незабываемое шоу. Вот что обещают на новой казахстанской музыкальной премии «Астана Жулдызы». Ее организаторы подчеркивают, что хотят сделать не очередную попсовую ярмарку тщеславия, а выделить настоящих профессионалов своего дела. Мысли об этом были уже давно, потому что в течение уже последних 10 лет, наверное, да, на эстраде творится на самом деле бог знает что. Есть даже такие вещи, которые самодеятельность, которая вообще не должна показываться по телевизору. А такие моменты допускаются у нас на сегодняшний день. Все-таки я за профессиональных исполнителей, потому что люди, которые учились 15-20 лет музыки, они не могут творить плохо. У них профессиональное будет творчество, и мы это должны поддержать. Мы этих музыкантов должны пропагандировать, премировать, оценивать и сказать, показать своему народу. Специально для того, чтобы выявить лучших из лучших, были определены 100 экспертов премии. На первой стадии они выберут из 350 претендентов номинантов для 15 категорий. А лучших из них определят на шоу, которое состоится 5 июля в Центральном концертном зале «Казахстан». Сама концертная программа, она небольшая. У нас около 10-12 песен. Но те песни, которые будут звучать на этой сцене, это песни, которые стали знаковыми за последние 15 лет. Песни, которые фундаментальные. Песни, которые являются достоянием нашей страны. Хедлайнером гала-концерта выступит специально приглашенный гость премии украинская певица Джамала. Что ж, осталось подождать чуть больше месяца, чтобы узнать, чем удивит нас первая профессиональная музыкальная премия «Астана Жулдызы». Хедлайнер будет...